Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. У нас опять три задания. Уже успела откатиться, когда я саму ума не приложу. Так, разыграйте три ягоды, разыграйте два растения на воде и разыграйте три цветка. Три ягоды, три цветка. Ну, знаешь, тонкий такой, тонкий намек, ребята, дают нам, что Рэй, возьми и сыграй за бабаха. По-моему, бабах у нас. Я сейчас проверю, ребят. Я сейчас проверю. У него там, по-моему, танцы на воде. Там е-е-е. Поехали. Подожди, Рэй. Куда ты? Остановись. Постой, остынь, родной. Посмотри внимательно. Два могилоеда. Разыграйте три цветка, кактусы. Что-то мне хочется взять. А вот что? Нафига мне два ореха? А, тут через зеркального мы играем. Через зеркального, ребят. Зеркальный бабах. Давай попробуем. Ну, как понять, зеркальный бабах. Через зеркальный орех будем играть против Земеха. Наверное, начнем, пожалуй, так. Но опять же, ребята, этот фокусник на многое способен. Земех. Я его знаю, как облупленного. Так, причем 45 уровня мне дали противника. То есть он знает, да, почем фунт лиха. Угу, и что утворяет. Давай так вот бомбанем разочек, чтоб не выпендривался. Так, ну что, теперь моя очередь. Что, будем кактусы вызывать или как? Давай так сделаем, шут с тобой. Что там, он же может переместить, по-моему, да? Пузырь у него, по-моему, есть. Я могу ошибиться, конечно. Но, по-моему, есть. Нет. На каких-то дешевых картах играет, но, видимо, это какая-то, ребят, стратегия у него. Так, что ты там задумал, а, парень? Мне прям очень интересно. Что же ты замутил там, а? У него может быть валун. Че? Неужели спортивная колода? Так, ну что там, ребят? Там сумоист у него, поверь мне. Там у него будет сумоист. Должен быть сумоист. Ну, по идее, ребят. Вот о чем я тебе и говорил. Ну, понятное дело, банан возьмет, ё-моё. Нет. Так, хорошо. Банана, вот тебе, блин, и банана. У меня карт нет, вот в чем проблема-то. Банана. У него же может. Он же валун, наверное, ребята, да? Хочет. Наверное, хочет валунчик. Пригреть. Давай-ка я вот так вот сделаю. И вот так вот. Посмотрим, друзья. Или валун, или флакон. Тут одно из двух. Что он там сейчас? У меня карт не осталось. Вот две карты, ребят. Валун все-таки у него.
Все-таки валун. И сдался. Ну, сдался и сдался, ребят. Че я могу сказать? Флаг тебе в руки за мех. Паршивый ты этакий. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Так, разыграйте три цветка. Разыграйте два... На воде я не разыграл растения. А орех же считается как растение же? Орех. Тот водный орех. Орешек на воде. Блин. Ржавый разряд. Ну, это еще тот фокусник. Ржавый разряд. Поверь мне. Замех ржавого разряда. Два брата акробата. Один лом, другой лопата. А че я пугаюсь-то? Давай так сделаем. Но. Я не знаю, кто там у него был. А вот оно как. Ну что, надо этого шлепать, получается. И вот так делать. Кто там у него, интересно? Опа, понял? Как он решил сделать? Ну, все равно ты труп тоже, парень. Ты трупачок. Кактус. Слушай, он... Не заколебал вас, а, друзья мои? Меня лично уже заколебал. Не удался, да, фокус, парень? Не удался. Восстанавливайся, там здоровье, трать. Мы его просто сейчас уничтожим, нормально. Ну да, восстановил здоровье, я ничего не спорю, ребят. Какой красивый, ребят, смотрите. Начинаются доборы. Что я сделаю? Я, наверное, сделаю вот так. Уничтожай. Ну давай, уничтожай. Тин. Угу. Орехи. Сюда поставишь, что ли? Слушай, если у него был флакон, то, друзья мои, не исключено, что у него будет еще флакон. Верно? Правда, он воспользоваться им уже не сумеет. Воспользоваться он им не сумеет. Блин, кукуруза. Кукуруза. Кто там у него, интересно? Ага, вот как. Я тебя понял. Как раз под кукурузочку, да, потом? Ребят, от души получит. Лучше, конечно, поставить ее сюда. Как по мне. Вот, ну где ты был раньше? Вот где ты был ход назад, а? Не понимаю я. О, отлично. Шо вон. Ты видел? Конечно, ты видел. Ё-моё, ребята, ну... Ай-яй-яй. Ну это ладно. Правда, я его не смогу уничтожить, блин. А этот сейчас превратится фиг знает в кого, да? В кого же ты, гад, превратишься? В рыцаря. Я, наверное, так вот бомбану, друзья. А там посмотрим.
Слушай, он хочет что ли здесь замеха призвать, я так понимаю, да? Все говорит об одном, что он хочет не замеха, это зомбота. Зомбот может, ребят, появиться здесь. Сейчас посмотрим, кто тут превратится. Если зомбот, это будет плохо. Нет, это осьминожка. Так, ну это же не ботан. Нет, ребят, это не ботан. Погнали. Черт с ним. Тють-тють-тють-тють. Нафиг я сюда поставил? Вот скажи. Почему, ребята, я вот так и думал, что у него осталась именно ракета? Я не знаю почему, но вот так, так вот. Так, защита хорошо сработает. Защита сработает, защита сработает. Блин, а он же сейчас превратится в кого? В зомбота ведь, так? Сейчас мы глянем, в кого он там превратится. В зомбота он, скорее всего, сейчас превратится. Угу. Именно так и получилось. Ну что, у него одна карта, ребята. У нас есть и есть шанс выиграть. Так, это первое, что мы сделаем. Второе. Блин, тут 7 энергии надо. Рикошет зомби, да? Вот этого уберем. Поехали. Ну, тут понятно, тут сейчас уничтожит. Блин, у него, ребят. Ага. Орешек. Ну и кого ты поставишь? Я понял. Поехали. Так. И вот так. 4-3. Пузырь пока оставим. Пузырь пока оставим. Что за карта мне? О, хорошая, ребята, карта выпала. О, медик. Так, ну это... Блин, подожди, медик. Придется этого уничтожать. И вот сюда перемещаться. Пока только такую альтернативу, ребята, вижу. Так, 8, 7 хп у меня, 11 хп у него. О, гриб. Ну, этот гриб, ребята, блин, сыграет мне не на руку, естественно. О чем я тебе говорил? Так, ну что, он мне будет одну единичку, я ему две, да? Ай-яй-яй, ребята, вот это плохо. Кто там у него? Ёк-макарёк. Ладно, я надеюсь на защиту, ребят. Это маловероятно, но... Но она срабатывает. Она срабатывает, друзья. Бумкнем, да, наверное, разочек? Три единички урона. Вот так вот. Блин, сюда бы его, конечно, поставить. Ладно, от безвыходности, ребята.
Прикинь, сейчас флакончик у него будет. А, нет, вот он что. Дороже, да? Что мне там сейчас выпадет? Кактус. Батарага. Ну что, ребят, по-моему, победа. Мне так кажется. Если, конечно, он сейчас что-нибудь не чуданет. Угу. Все? Я так понимаю, что на этом все. Поехали. Давай только без флаконов там и без какой-нибудь дребудения. Все, ребят. Тыч. Тыч. А, какое все? Что я несу-то, ребят? Не все пока еще. Пока еще не все. Что-то я раньше батьки... О! Вот это вот не надо делать. Вот этого, парень, делать не надо. Ну, посмотрим. Ну, тогда все, до свидания. Пиу. Называется, сыграли на зеркальных орешках. Зеркальный орех выпал в конце. Угу, сыграли. Такие орешки прям зеркальные, ё-моё. Из последних сил, ребят, сопротивлялся. Так, ну что, 41 ранг. Это, конечно, все хорошо. Выполнили, выполнили. Так, разыграйте два растения на воде. То есть еще одно растение нам нужно сыграть на воде. И для этого, как нельзя лучше, подойдет наш колпак. По идее, ребят. У него как раз там эти фасоли, они на воде. Блин. Ну вот я больше уверен, что у него будет флакон. Ты пока здесь не нужен, парень. Будет здесь у него флакон. Вот чую, просто чую, ребят. Два гриба. Два гриба, это, конечно... О, видишь, что вытворяет? Видишь, что он вытворяет? Ну вот это вот вообще не в тему. Понятно, что я его пробить сейчас не смогу. Пускай он там бьет, наносит там урон. Вот как вот реализовать его, а, ребят? Жить. Ну, уже что-то. Интересно, есть у него флакон или нету? Он размещает зомби-астронавта. Тю-тю-тю-тю. Блин, он либо вирус, либо что-нибудь он сейчас заклепает. Давай так поставлю, посмотрим. Либо атаку в ноль мне переведет. А, вот он как, что делает. Вот он что делает. Ну-ка, защита. Сдуем этого парня. Нафиг я его сейчас-то сдул. Ну что? Рикошет есть? Как тут лучше сделать? Или все-таки превратить? Давай я так вот сделаю. Мне просто интересно посмотреть, что он будет делать. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Если у него есть ландшафт, он сейчас его поменяет. Берет энергию. Ставит зомби. Ладно.
все? Нет, ребят, не все. А сделаем так. Ну, наверное, еще вот так. Три энергии. Что он может на трех энергиях поставить? Да дофига что может, ребят, сделать. Давай не будем, как говорится, себя обманывать. Вирус у него. У него вирус. У него вирус. Я не удивлюсь, если еще нету вируса больше. Этот пад... Нет, этот не пад... А падает, все, ребят, нормально. Тю-т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 ю. Где гриб, который, блин, бомбит? Ребят, я не вижу гриба, который бомбит у меня, понимаешь? Где он? Где тот самый родной гриб? Роднее всех родных. Где вот он? Скажи мне. О, еще он делает. Блин, он еще и выживает, а? Ты посмотри, гаденыш. Пипец, то, что мне нужно, блин, сработать, оно не сработало. Ну что, мы рикошетим тогда, получается, этого охламона отсюда. Нафиг он нам нужен? Он нам здесь вообще не нужен, ребят. То, что он эту фигню ставит, это ерунда, ребят. Там, наверное, еще один будет, да, я так понимаю. Поэтому и отсюда. Карамельчик. Но. Так, мы этого уничтожаем. Я, ребят, все-таки надеюсь на защиту. Она срабатывает. Она, друзья мои, срабатывает. Отлично. Так. Сейчас мы еще что-нибудь вытянем. Отлично вытянули, кстати. Отлично, ребята. Отлично. Ну, у него сейчас, наверное, вот этих будет не один, а несколько. Так, а он, подожди, он... Бобовая эволюция, да, получается? Бобовая эволюция. Так, сделаем, значит, таким вот образом. Хлоп. Пшел отсюда. Так. Здесь прикроемся, на всякий случай. И смотрим, что там у него. Я же говорю, что у него эти лаборанты, блин, профессор кислых щей. Ну, уничтожишь ты этих. Ну, дальше что? А, и этот тоже у нас погибает, да? Так. А, сколько там? Шесть? Шесть. Поехали. Ой, прекрасно, друзья мои. Ну что? Все? Все? Все, ребятушки, доигрался. Птенчик. Эх, доигрался, птенчик, доигрался. Ведь доигрался же. Эх, доигрался, птенчик, доигрался. Все. Все, ребята, все. Ботаники ему не помогли, как ты видишь. Как он там не старался, как он там не кривлялся. Ботаники обделались здесь. Пускай он это признает и смирится с этим.
кто он там такой-то, я уже и не помню. Ну, неважно. Ну что, друзья, ежедневочки мы прошли довольно неплохо, как по мне, лучше, чем в предыдущей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.